В Германии бастуют сотрудники Люфтганзы Германвик Лоукостера, крупнейшего немецкого авиаперевозчика. Протестные акции затронуты все внутренние рейсы из Берлина, Штутгарда, Кёльна, Гамбурга, Дюссельдорфа и Ганновера. Причиной забастовки стало желание руководства компании повысить пенсионный возраст пилотов до 60 лет. Все компромиссные предложения топ-менеджеры слышать не желают, поэтому, по заявлению профсоюза, пассажирам в ближайшее время следует быть готовыми к забастовкам и возврату билетов.